Друзья, всем добрый день! Сегодня я с удовольствием расскажу вам о заказе, который я получила сейчас на первой неделе 14-го каталога. У меня пришел заказ по 13-му каталогу и по 14-му. Начну я с мыла. Мыло, которое у нас есть в каталогах Oriflame, оно шикарное, поэтому я всегда его беру с большим запасом, и оно всегда расходится, никогда не остается. Смотрите, какая прелесть. Во-первых, шикарные ароматы. Это у нас дыня и кокос. Это у нас олива алоэ. Вот тот, кто не любит сладкие ароматы, вот это мыло берите. А тот, кто любит сладкие ароматы, вот как раз дыня и кокос в самый раз подойдет. Один из вариантов — это мыло малина и мята. Смотрите, тоже какая прелесть. Клубника и лайм. То есть вот это мыло идет с отшелушивающим эффектом. Вот именно вот это. И если мы с вами посмотрим, как они выглядят, да, то вот я вам покажу сейчас. Уже в некоторых видео показывала своих. Вот, пожалуйста, клубника и лайм. Мыльца. Шикарные ароматы. Это малина и мята. Значит, алоэ, олива. Очень красивая. И кокос. Прозрачненькое мыло. Вот очень-очень классное по качеству. И, кстати, в прошлом каталоге было вот это мыло Витаке. Вот так оно выглядит. Посмотрите, это немножко другой брусочек. Идет это 65 граммов по весу, а это идет 75 граммов. И это дешевле стоит, чем мыло Love Nature. И у меня тоже в прошлом каталоге я по кусочку мыла заказала. То есть это у нас идет макадамия, это у нас идет имбирь. И хотела заказать еще апельсин, но, видимо, перепутала или, может быть, прислали не то. Вот такие вот красивые. Мыло. Мылом у нас вообще всегда пользовалась. Также в прошлом каталоге у нас были со скидкой хорошие мыло Discovery. Я заказала больше вот этого свежего, который идет Камчатка название. Это у нас идет Коста-Рика. Камчатки, видите, сразу несколько штук взяла. Потом Калифорния Бич. И мыло еще взяла парочку штук от Голливуд. Если мы посмотрим на внешний вид данного мыла, то оно, вот такой кусочек у него, смотрите, очень красиво выглядит. А это вот Камчатка. Камчатка, кто любит свежие ароматы, северные такие, да, то есть можжевельник, ягоды наши северные. Вот, пожалуйста, мыло Камчатка в самый раз. Это яичными ароматами. И вот Калифорния Бич с ягодным ароматом прекрасным. Коста-Рика тоже такое с цветочным сладким ароматом. То есть вот мыла взяла много, скоро Новый год, мы уже запасаем. Если еще говорить о мыле, то в этом каталоге, прям вот сейчас, мне кажется, хит продаж. Это вот такие наборчики Цитрус, крем для рук 75 миллилитров. И вот такое шикарное мыло 75 граммов. Посмотрите, сейчас я открою. И вы увидите, насколько оно прекрасно в виде апельсинчика. А запах, вот если бы камера передавала запах, смотрите, прям вообще шикарная вещь. Супер. Очень-очень. Ой, прямо замечательный аромат. И вот такой наборчик идет всего по цене 159 рублей. То есть 89 рублей крем и 69 рублей мыльца. Поэтому к Новому году надо обязательно запастись. Теплый аромат Нового года. Крем для рук увлажняет и смягчает кожу, оставляя приятный аромат. А мыло очищает без пересушивания. То есть, если мы по крему для рук посмотрим, видите, он даже такой теплого оттенка идет. Вот смотрите, вот я себе обязательно возьму. А запах просто шикарный. Ой, еще один кусочек мыла. Это мужское мыло идет. Кстати, многие отмечают, что эта серия немножко уступает серии, которая была до этого, серии For Men.
То есть здесь вот у меня мужу, кстати, и меньше пена понравилась для бритья, чем классическая. И, кстати, по мылу говорят, что мыло раньше, которое было голубого цвета, было намного лучше, чем вот это мыло, которое сейчас появилось. Ну, а в эту серию у нас входит шампунь. Видите? Я специально взяла сейчас вот сериями стала брать, чтобы у нас были подарочные наборы сформированы. То есть я взяла шампунь, дезодорант шариковый и мыло из этой серии Субзера. Ну, сама не пользовалась. Дезодорант идет 72 часа действия, антиперспирант. Ну, а вот этот вот шампунь и гель для душа 2 в 1. Плюс еще идет вот на такой пломбе удобно, да, что закрытый. И, в принципе, вот мы сейчас будем подарочные наборы формировать, и в подарочные наборы его вложим. Эти вот продукты. Если говорить о классической серии для мужчин, то у меня мужу нравится вот эта пена для бритья, для чувствительной кожи с алоэ вера. Видите, зелененькая полоска идет. И вот этот бальзам после бритья. У меня вот его очень хорошо берет двоюродный брат. Ему, кстати, он говорит, лучше всех, лучше, чем в магазинах. И вот такие наборчики, две штуки, для того, чтобы вот тоже сформировать какие-то подарочные комплекты. Так как заказов было сделано несколько, то посмотрите, сколько у меня пришло вот этих вот средств для очищения лица. 2 в 1. Это средство идет, был в продукт вместо платы за доставку. То есть двухфазная жидкость для снятия макияжа именно водостойкого. То есть перед началом, перед применением обязательно его взболтать, чтобы была однородная масса. И затем смываете и любой водостойкий макияж, вот тушь, тональная основа смоется вот этим средством. У меня его очень любит подруга. И она говорит, просто приложил глазам и сразу все смылось. То есть вот взяла несколько. Также в текущем каталоге у нас идут вот такие дезодоранты. По 139 рублей всего. Я взяла сразу все. Потому что всегда пользуются спросом. Ну, в чем разница? Во-первых, обращать внимание нужно на стойкость, да, этого дезодоранта. То есть вот этот 48 часов, а этот идет 72 часа. И эти дезодоранты идут с разными ароматами. Значит, я попробовала. Вот этот дезодорант, мне показалось, что как-то вот он меньше всех защищает, потому что он, мне кажется, не содержит тальк. То есть, так как он, видите, идет такой значок даже, да, что не оставляет белых следов на одежде, поэтому мне он меньше всего понравился. И чаще всего я пользуюсь вот этим дезодорантом. 72 часа, это уже прям вот вообще надежная защита. Я не скажу, что я прям 2 дня его использую, да, но я его использую именно вот как средство такой экстра защиты, потому что 100% вот при его использовании никаких вот выделений пота не будет. Поэтому вот так и называется экстрим, да, 72 часа. Вот его можно на спортивные тренировки, например, брать. Ну, а эти идут вот для ежедневного ухода, то есть с освежающим ароматом. А это у нас идет ухаживающий, с ухаживающим комплексом. Этим пользовалась, в принципе, понравился. Этим вот единственным я не пользовалась дезодорантом, поэтому возьму попробовать. Но его, кстати, очень часто заказывают. Это вот по 139 рублей, очень хорошая цена, можно брать. Также в прошлом каталоге у нас шли вот такие гели для душа со скидкой. Это, кстати, гели для душа бюджетной такой стоимости, они идут до 100 рублей. И я взяла всех по одной штучке. Ну вот с мылом что-то я перепутала, да, то есть вот апельсинчик мыло почему-то не взяла, перепутала, наверное, вот с этим. Это макадамия, это апельсин, а это имбирь и лайм. То есть вот называется Vita Care, то есть жизненный уход с витамином Е. Идут все эти средства. Ну и 250 миллилитров у них объем. Веселенькие такие гели для душа для настроения с прекрасными ароматами. Также у нас в текущем каталоге идет вот такой набор красивый. Цена этого набора 259 рублей. Входит в него крем для лица и тела 150 миллилитров. Видите, большой объем. И крем для душа 200 миллилитров. То есть на Новый год вот такие бюджетные подарки
Можно вот брать 259 рублей, очень красиво получается. В текущем каталоге у нас идут маски для волос, но вот мне больше всех понравилась маска с бананом. Прям шикарная маска. Она относится к увлажняющим маскам, наполняет волосы влагой, удерживает ее. То есть вот это вот мне больше всех понравилась маска. 79 рублей стоит масочка. Сейчас можно брать, она одноразовая. Ну и когда наносишь на волосы, конечно, шикарный аромат банана. Просто супер. Также в текущем каталоге у нас идут кремы для рук. И я взяла самые популярные кремы, которые идут со скидкой. Например, вот этот крем, большой объем, 150 мл. Он идет 169 рублей. Это крем для рук с натуральным маслом миндаля. Отличный крем, я им пользовалась. И мне нравится то, что есть выбор в нашем каталоге именно кремов для рук. Поэтому вот взяла большой объем, пользуется спросом. Дальше. Точно так же большой объем. Это питательный крем для рук. Есть у нас еще защитный крем для рук. Видите, у него идет меньший объем. Но вот этот 169 рублей, как и крем большие объемы. А этот идет 139 рублей. Но что брать выгоднее? Да, то есть за 139 или за 169. Видите, разница в объемах какая. Ну и есть вот такие малютки по 59 рублей. Такие классные увлажняющие кремы. Поэтому вот сумочку удобно очень брать. Или вот в офисе у нас, например, стоит такой маленький крем. Ну и мы такие кремы иногда дарим в подарок нашим лучшим клиентам, которые делают хорошие заказы. Средств по уходу за руками сейчас очень актуален. У нас идет вот этот очищающий гель для рук с кокосовым маслом. То есть это средство для мытья рук без воды. У меня такое есть одно, но я взяла еще для мужа. Из ухода за руками еще шикарные продукты. Жидкое мыло для рук, вербена и лимон. Просто отличнейший аромат. И вот такой лосьон идет для рук и тела. И я им пользуюсь в вечернее время. То есть я использую крем для рук один, ну максимум два раза в день. И вечером я обязательно вот смазываю руки вот этим лосьоном. Чем он хорош? Он содержит натуральное масло. И очень актуален именно вот для сухой кожи. Сейчас эти продукты при покупке их сразу двух, то есть пары идут 419 лосьон и 319 жидкое мыло. Объем у них 300 мл. То есть это очень хороший объем и очень надолго хватит. У меня такой стоит в кухне. А лосьон я использую в вечернее время перед сном, смазывая руки. Минус какой? Здесь содержится у нас пульверизатор, да? Помпа. И когда остается вот столько крема, его уже сложно вытащить именно вот при помощи помпы. Поэтому я отдаю мужу, и он вымазывает остатки на тело. Появились у нас в продаже вот такие вот средства для укладки волос. Написано для мужчин. Средство, которое не оставляет следов на волосах. Ну, я взяла, потому что, в принципе, и женщины пользуются таким средством. Взяла сейчас Новый год скоро, и это будет актуально. Ну, или в подарки будем раскладывать. В текущем каталоге на самой первой страничке мы видим новинку. Это специальное смягчающее средство с маслом апельсиновой косточки. Скажу, что если, например, понюхать это средство, то оно не ярко выражено, пахнет апельсином. То есть немножко такой приглушенный. Именно масло апельсиновой косточки, а не апельсина. То есть нет вот этого ярко выраженного апельсинового аромата. Но вот такая вещь очень хорошо подойдет для ухода за кутикулой. Вот даже у меня, да, видите, здесь заусенца. Вот я мажу этим средством, она очень быстро заживляется. Вот. И плюс это средство можно использовать для любых поверхностных ранок кожи. Оно идет в очень красивом упаковочке фирменной. Да. Скоро компания будет отмечать 55-летие. И вот эти средства продаются уже практически на протяжении 55 лет. Поэтому я взяла сейчас 5 штучек, но я обязательно буду брать еще. На Новый год они очень хорошо расходятся на подарок. Также в каталоге у нас появилась долгожданная новинка. Я очень ждала этот продукт. Это средство для ванночек, для ножных. А как оно шикарно пахнет мандаринчиком. То есть отличная вещь, я очень ждала. У нас раньше были средства по уходу за ногами, именно вот для ванночек, потом исчезли. Вот сейчас я снова взяла с имбирем и с апельсином. Ну и взяла крем для ног
с имбирем и мандарином. Он относится к разряду питательных кремов сейчас на зиму как раз. И вот для наборчика взяла пилочку. То есть вот этот набор у меня идет для продажи, будет сформирован. И отдельно я еще взяла вот это средство себе, отдельно взяла. В прошлом каталоге у нас шел скраб для рук. Когда-то он у меня был, я его подарила, и вот сейчас снова взяла себе. И вот он идет на кремовой основе, скраб. Отличается от скраба, который идет для тела. То есть, ну, вот взяла попробовать и буду делать ванночки со скрабом. В каталоге у нас хорошо шли гели для душа. И вот гель «Огни Парижа». Взяла, чтобы было, потому что, я говорю, мы сейчас начинаем готовиться к Новому году и начинаем покупать продукты уже даже для того, чтобы у нас был запас продуктов, и для того, чтобы сформировать красивые наборы. Этот у нас гель идет с ароматом крема «Молоко и мед». И он сделан такой специально юбилейный был выпуск. Мыло шло в этой серии. И немножко, вот видите, такой приятный жемчужный блеск. И, кстати, он тоже пользуется спросом. В этом каталоге идет шикарное предложение вот таких больших гелей для душа. Вот даже для сравнения вам покажу. Смотрите, 400 миллилитров и 250. Видите? И этот гель для душа большого объема стоит всего 159 рублей. На него очень шикарная сейчас скидка. Полная цена у него 370, а сейчас он идет 159. И вот два вида: Калифорния Бич и Камчатка. Этот сладковатый будет, фруктовый такой, видите, даже с лимончиком аромат. А это будет можжевельник и наши северные ягоды. То есть запаслась, пока взяла вот 4 штуки. Может быть, даже еще возьму побольше. В прошлом каталоге средства для интимной гигиены я пользовалась вот этим средством уже для, как говорится, для тех, кому за 50. Да? И мне оно больше всех, кстати, понравилось. Очень. Вот совершенно никакого ощущения дискомфорта нет. Средство для интимной гигиены с увлажняющим эффектом идет оно, смягчающее. Да, то есть вот это мне желтенько понравилось больше всего. Я все попробовала. В этом каталоге у нас идут вот такие большие объемы шампуней. И я взяла все, кроме шампуня от перхоти. То есть это у нас для сухой, для сухого типа волос идет кокос и пшеница. Все для сухого типа волос. Этим я пользуюсь, мне очень нравится. Он для всех типов волос идет, авокадо и ромашка. И этот идет для жирного типа волос, лимон и крапива. То есть, опять же, большие объемы. 329 рублей идет вот такой шампунь большого объема, 500 миллилитров. И поэтому я взяла сразу всех по штуке, потому что тоже перед Новым годом будут пользоваться спросом. Дезодорант большой объем шел, продукта вместо платы за доставку, и тоже его взяла, потому что большой объем, 250 миллилитров, и иногда у нас покупают вот одни и те же мужчины приходят и именно покупают вот дезодоранты такого плана и большого объема, им нравится больше. В этом каталоге тоже продукт вместо платы за доставку идет, лосьон для тела, дыня и кокос. Также продукт вместо платы за доставку. Видите, у меня несколько тут заказов, достаточно много, да. Вот шел шампунь вот такого большого объема, тоже взяла сейчас его, потому что тоже к Новому году все уйдет. Распродажа. В распродаже шла вот такая косметичка органайзер для поездок, для косметики, да. Но я ее взяла специально для поездок. Почему? У нас вообще есть одна косметичка для поездок, но она у нас общая. То есть у мужа и у меня одна на двоих. И получается так, что когда мы складываем туда какую-то косметику, то одно вываливается, то другое вываливается. Да, потому что мужу надо там пену для бритья положить, и зубные пасты надо нам положить. Поэтому я взяла вот специально для женских всяких прибамбасов, я взяла вот такую женскую красивую косметичку. Давайте внутрь заглянем ее. Значит, здесь есть вот такой маленький отдел, кошелечек.
То есть, да, можно мелочевочку какую-то сложить. И есть вот такие резиночки. Да, то есть, смотрите, эти резинки по бокам. Туда можно бутылочки вставить. И она очень красивая. Вот представьте, я там пойду, например, да, в вагоне. И красивая такая косметичка. Затягивается она на кулиску. И вот у меня будет своя теперь косметичка. Она очень-очень легкая, прям невесомая. И значит, несколько там этих слоев, что ничего никуда не протечет. Вот такой вот дорожный вариант. А правильно она называется косметичка органайзер. Мне очень понравилось. И цвет приятный, такой женский, да. И форма, и много очень поместится. И мне нравятся косметички бесформенные. Да, то есть, когда формы нет, их можно, видите, до как бы сложить в сумку, в дорожную, да, и они любую форму примут. То есть, вот такая классная штука. Что у нас осталось из мелочи, да? То есть, праймер для губ. Вот вообще без этого праймера не могу пользоваться помадой. Всегда его использую, потому что, во-первых, помада дольше держится, во-вторых, губки сразу, все морщинки на губах расправляются. И вещь отличная, ухаживает за губами и стойкость помаде придает. Поэтому, если у вас такого праймера нет, обязательно себе возьмите. Из тушей сейчас идет у нас со скидочкой тушь 5 в 1 XXL. Да, то есть это длина, удлиняющая тушь. И она тоже, кстати, очень хорошо пользуется спросом. И идет вот такая тушь, которая называется «Распахнутый взгляд», подкручивающая. Мне она очень нравится. Если вот выбирать между этой и этой тушью, я выберу подкручивающую. Потому что она идет с эффектом еще объема. Вот. А эта тушь, она все-таки больше удлиняющая. Поэтому и та пользуются спросом. У них очень интересные специфические кисти. У этой как 5 в 1, только немножко изгиб другой. А это идет как винтовая кисточка, сужающаяся к концу в виде такой елочки. Под заказ у меня идет чайное дерево. Такой карандашик, он сейчас стал одноцветным. Заказала тушь, новинку. Я, конечно, у меня она уже есть, я ей пользовалась. Тушь мне понравилась. У нее очень интересная кисточка. Смотрите, какой вариант. Такая вот изогнутая кисть. Ну, мне надо приспособиться, чтобы красить. Но так вообще тушь мне понравилась. Эффект от нее хороший идет. Она и подкручивает, и удлиняет, и объем придает. И еще заказала подводку. Подводка мне тоже очень нравится. Это я ей пользуюсь, этой подводкой. У нее кисточка узенькая идет, тоненькая. Посмотрите, видите, вот такая. И она стойкая, эта подводка. То есть мне качество очень понравилось. Вот дела. Туалетные воды. Значит, взяла Be Legend. Пользуется спросом мужская туалетная вода с приятным ароматом. Вот по мне, так она кексами пахнет. Да, такой вкусный такой аромат тортиков. Но это чисто вот мое мнение, хотя мужчины, ну, очень ее берут хорошо. Люсию взяла туалетную водичку, классическая Люсия. Кто любит свежие ароматы со сладостью, вот, пожалуйста, аромат Люсия. Взяла туалетную воду Excite Дима Билана. Это самый свежий аромат Oriflame. Вот, кто любит свежие ароматы из мужчин, пожалуйста, вот, все, больше ничего можете не пробовать. Full Moon. Очень понравилась вот эта мужская водичка. У меня муж ее использовал. И вот взяла еще одну, потому что мне очень понравился ее аромат. Такой аромат со свежестью, но в то же время и сладость в нем есть, и свежесть есть, и такой легкий он. Вот он у меня летом пользовался, мне очень понравился. Я взяла еще одну. Этого аромата у нас нет в офисе, Кламур, поэтому взяла его. Он такой специфический, пахнет вишенкой, как мне показалось. Новый аромат Be Happy. Да, то есть сейчас вот его прямо даже откроем.
Посмотрим. Я понюхаю, как он пахнет, потому что это только новинка. Он только-только к нам пришел, этот аромат. И мы еще даже его не пробовали. Ну, вот такой классический флакончик, как у всей серии Feel Good. Ой, апельсинка. Апельсинка с какой-то ягодкой. То есть приятный аромат, будет точно пользоваться спросом, как и этот. Вот этот очень пользуется спросом, Love Tap. Его очень много берут. У меня вот есть одна девушка, так она вообще по 5, по 6 флаконов берет этого аромата. И этот тоже будет пользоваться спросом, потому что приятный такой бодрящий аромат. И даже видно по упаковке. Да? То есть это ароматы, которые создают настроение. Вот заказ у меня идет, аромат Эклофеме. У меня, кстати, тут еще много заказов, которые я уже отдала. У меня был еще аромат Poses под заказ. Он шел в прошлом каталоге. Два было аромата Giordani Gold классических. Сегодня вот женщина забрала. Они шли по 999 рублей. Был аромат Giordani Gold, так, Giordani Man. Тоже вот собрали сегодня ароматы. Вот еще вот один аромат, который не забран, остался. Ну и в прошлом каталоге у нас шел аромат Love Potion Secret. Тоже шикарная штука. Всегда у нас его покупают, поэтому заказала его, пусть будет в офисе про запас. Ну, что еще осталось? Это маска силиконовая. Не буду ее открывать, потому что она идет под заказ у меня. То есть это заказали вот силиконовая масочка. Палетка. Палетка для контуринга. Значит, у меня есть один аромат светлый, а это вот заказала я темный. Там, потому что два теперь варианта. Смотрите, темный идет вариант. Потом сниму отдельно видео, покажу вам разницу. В каталоге у нас была акция. В подарок шел вот такой кейс. Я набрала 1400, ну, почти 1400 баллов. На 1000 баллов я заказала на 4000 сертификат в рублях. И оставалось у меня еще там 300 баллов. И я очень хотела вот этот кофр для косметики, или кейс, или бьюти-кейс для косметики. Видите, у него такая ручка. Вот, смотрите, красивый какой. Ну и внутри, что мне понравилось. Так. Внутри, видите, идет отдельный карман здесь. И вот такая вот косметичка. И даже есть ремешок. То есть ремешок мне, конечно, не нужен. Я носить его никуда не собираюсь, этот бьюти-кейс. Но вот дома у меня в этих бьюти-кейсах хранится косметика. И я очень довольна, потому что все в одном месте, но уже стало немножко как бы переполняться. Да? И я вот хочу отдельно сделать бьюти-кейс. Отдельно для ухода за лицом и отдельно декоративную косметику сложить. Поэтому вот у меня будет теперь два бьюти-кейса. Поэтому я очень хотела его, и я его заработала. Пришел он мне за 1 рубль. Ну и в прошлом каталоге у нас была акция с платками. И я сделала, мы с дочкой сделали квалификацию на нее и на дочку, естественно. Да? И пришел вот такой платок красивый. Сейчас мы откроем. Смотрите, идет кольцо для платка, идет сертификат, что на 30% он состоит из переработанного полиэфира, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Вот это вот все шведы, да, то есть шведы, они помешаны на экологии, поэтому видите, у них есть прямо такие сертификаты. Ну и вот сам платочек. Качество у нас. То есть он односторонний идет. Приятный очень к телу. С интересным принтом. Принт здесь необычный. Видите, в виде мистических разных животных. Но это коллекция Oriflame эксклюзив, то есть в каталогах он не продается. Он идет только по спецакциям.
То есть это коллекция. Ну, мне такие цвета идут, поэтому я себе, конечно, один платочек оставляю, а второй я продам, скорее всего. Один нам с дочкой хватит на двоих. Илье дам или себе оставлю. Ну и то, что вот его можно еще носить в кольцо, например, да, вставлять концы и варьировать по-разному. Вот такой большой заказ я сделала. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было интересным и полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. И не забывайте подписаться на мой YouTube-канал и на канал в Инстаграме. Всем пока-пока!